Когда весна придет, не знаю, пройдут дожди, пройдут снега. Любимая песня из кинофильма «Весна на Заречной улице» в исполнении самого почетного металлурга Самары растрогала гостей юбиляра. Подпевали все, потихоньку, чтобы не перепеть случайно Максима Аваденко. Почетный гражданин Самары и области отмечает 85-летний юбилей. Мне повезло, что я был сюда и в институте, и в школе, и значит, на заводах. Да, были люди, которые доверяли мне. Это, конечно, результаты труда огромных коллективов, с которыми мне пришлось работать, и в том числе не только заводчан, да, а это и строителей, и значит, проектных институтов, и институтов учебных. Максим Аваденко возглавлял Куйбышевский, а затем и Самарский металлургический завод с 1984 по 1998 годы. Под его руководством производительность предприятия выросла, выпуск продукции увеличился более чем в два раза. Благодаря его заслугам регион вышел на новый уровень развития. Вся ваша биография – это вот такой прекрасный пример беззаветного служения Родине, такого высочайшего патриотизма, любви к родному городу. И на вашем примере, уверен, воспитывается огромное количество молодых ребят. В здании Самарской администрации для Максима Аваденко организовали настоящий праздник. Почетного гражданина города и области поздравили первые лица Самары. Вы действительно вписали вот свое имя золотыми буквами в историю города Самары, в историю Самарской области. Вы вписали свое имя золотыми буквами в историю металлургической отрасли нашей страны. Максим Борисович – это человек, да, времени. Время выбрало его. И, Максим Борисович, огромное вам спасибо. Вы своим трудом для нас всех задаете очень серьезную планку и мерку. Спасибо. Да, о том, что мы делаем сегодня. На юбилей к Максиму Аваденко пришли почетные граждане города, его коллеги, друзья и близкие. Поздравления, теплые слова, цветы и подарки от самых уважаемых людей города. Все внимание Максиму Борисовичу Аваденко. И музыкальные сюрпризы. Все самые любимые песни юбиляра в живом исполнении. Марина Матвеевична, Дмитрий Мешканцов. События.